Так, і я рада представити до нашої студії завітав Андрій Давидюк, інструктор з надання першої медичної допомоги та волонтер. Доброго ранку вам. Ви сьогодні завітали до нас не один. Нам навіть довелось прибрати стіл, тому що сьогодні будемо рятувати ось цього чоловіка, я так розумію, так? Отже, постараємось так врятувати його. Отже, розкажіть, ну я думаю, зараз нагадаю нашим друзям, що все ж у нас 14 вересня був день, Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Чому це важливо і що саме варто обов'язково знати про саме ПМД? Добре утро. Мене звати Андрій, да? І так, я сам спасав людей з 16 років. Меня спасали при помощи полотенца, мне спасли жизнь. Да? И интересный такой факт, у нас скорая помощь, допустим, по нормативам в городе должна пробивать за 10 минут, в загородном за 20 минут. А в реальности это может быть и полчаса, и 40 минут. А если у человека критическое кровотечение, у человека есть, допустим, жизнь всего лишь 2-3 минуты. То есть, и шансов выжить у этого человека ну, просто нет. И я обучаю людей, как подручными средствами, как штатными средствами остановить кровотечение. Вот, как человека привести в чувство, так сказать, ну, поддержать его жизнь до приезда медиков. Тобто так, тому що багато часу на сайтах читаємо, що там мають бути якісь шприци, жгути, але не все це у нас є завжди при собі, так? Коли ми ходимо гуляємо, а людині може в будь-який момент стати погано. І маємо рятувати тим, що є під рукою, що бачимо навколо себе, так? Я так розумію. Да. Ось, давайте спочатку нагадаємо головне завдання. І ось читала, що є золота година, за яку ми можемо врятувати людину. Що це означає? Ну, це термін такий золотий час, це приблизно... Это тот именно время, который первый час, который человеку нужно максимально ему нужна помощь. Uh-huh. Ему нужна помощь поддержать его жизнь, поддержать его состояние до приезда квалифицированных медиков. Вот. В этот час человек, организм человека борется тоже за жизнь. И если его оставить без помощи, то, скорее всего, человек погибнет. Uh-huh. Вот. И наша задача, я вот взял с собой штатные некоторые средства, то есть для остановки кровотечения, потому как кровотечение это является в мире, считается это самое-самое опасное состояние для человека. То есть при критическом кровотечении человек может от 40 секунд до 2 минут просто погибнуть, в зависимости от ранения и так далее. Угу. Я взял любимое мое средство, это обычная футболка. Футболка? Да. Допоможем. Это футболка, это человек, угу. Это мы на курсах проводим штатными и такими подручными средствами. Я футболку... свою футболку, вот она. Я беру по диагонали, скручиваю, да, в виде. Потом, если мне кровотечение, я могу просто зажать максимально высоко, если мне кровотечение с ноги, да. Я вот на улице подобрал веточку, ставил веточку, да. Вот и так все зараз швидко відбувається. Так. Ну, если у меня стекаю крови, конечно, я хочу жить. Так. І я просто буду закручувати. Але при цьому має бути гілка така. Ну так. Да. Ветка, бутылка з-под води. Вот. Я зафіксував її. Вот. Угу. Все, я вже остановив кровотечение. Це должно происходить за 20-30 секунд. Тобто далі я должен обязательно засечь время, коли це случилось. Ну і визвати скорую помощь і дождатися скорої помощи. Так, отже, алгоритм, як зупинити кров, нагадуємо для себе. Може бути будь-яка футболка або тканина так міцна, так? Да. Будь-яка. Все, що може бути зроблено в виде такої ремня. Где-то 4 сантиметра это в идеале было. Угу. Все, что тоненькое, это запрещено. Все, что... Все, что бесмясное, такое... Рюкзак. Мы сейчас с собой ходим с рюкзаком. Угу. Да? Рюкзак это идеальное тоже средство для остановки кровотечения. Як? Вот, допустим, опять же таки. У рюкзака у качественного есть такие вот лямки, да? Угу. Они достаточно широкие. Вот. Если мне рюкзак... Ну, я уже так схематически... Можно затягнуть рюкзак. Опять то же самое. У рюкзака есть лямчик, и все, что я сделаю, это так. Буду закручивать. Ну, это не совсем зручно, так? Не зручно, но вот. Я закручиваю. Вот. И уже вот здесь давление, да? Наши сосуды пережаты. То есть я остановил себе кровотечение. Это подручные средства. Я трохи в шоке. Що це, звісно, я не знаю, як люди
встигнуть зорієнтуватися, що рюкзаком можна так людині просто зупинити кров. Це просто треба відточувати ці вміння постійно, щоб знати, от що як, якими вміннями. Що ще може зупинити, допомогти людині на вулиці, наприклад, які ще підручні засоби? Все то, що може впитувати кров. Допустим, ткань, то же саме, ну, футболка в ідеалі, я просто пока футболка, майка, то есть носовий платочок, все то, що може впитувати кров. Первым делом, если мы видим рану, если на себе, то мы зажимаем рану рукой, независимо от того, грязная рука, не грязная, чтобы не вытекала кровь. Потом думаем, что мы дальше будем делать. Стоит ли нам налаживать жгут импровизированный, или же накладывать тугую повязку давящую. То есть... Досить часто, от і зараз були такі масові у нас гуляння, так можна сказати, на День міста, і були новини, що людині, там, жінці стало погано. Саме вона почала втрачати свідомість, і просто от коли спека була, що робити в такі моменти? Тому що багато людей губляться, просто не знають, просто виводять, звісно, на вулицю, на свіже повітря, але що робити, щоб людину привести до тями? Саме головне не боятися, а попитатися допомогти, тобто визвати скору допомогу. Якщо людина втратила свідомість, якщо чоловік потеряв сознання, да, обов'язково його треба к нему подойти, спросить, что случилось. Если человек не отвечает, тогда нужно безопасно посмотреть вокруг, что случилось, чтобы нам было безопасно. Это люди забывают об этом. Вот я еще раз вернусь к этому. Подойти к человеку, послушать, дышит человек, не дышит, потому что человек может быть в сознании, быть и дышать, и не дышать. Если человек не дышит, каким образом, это за 10 секунд, я просто тоже покажу это, да? Вот. Мы подошли к человеку, мы присели к нему, да, запрокинули голову, открыли дыхательные пути. Вот. Открыли дыхательные пути, я в руку ложу на диафрагму, да, наклоняюсь таким образом, чтобы мое ухо, моя щека была напротив его рта и носа. И смотрю краем глаза на руку. Я 10 секунд в голос должен посчитать количество вдохов. Вот таким образом. Я должен услышать, почувствовать и увидеть. Слышу, вижу, чувствую. Чую, бачу, вичуваю. Метод определения. 10 секунд я считаю вслух и наблюдаю, как поднимается моя рука, как выдыхает человек. Если я посчитал, что человек дышит 2-6 раз, это норма для человека. Мы переворачиваем на бочок обязательно. Человека переворачиваем на бочок, открываем рот и каждые 2 минуты до приезда скорой будем проверять, человек дышит, не дышит. Если человек изменит состояние, он не дышит, тогда это уже другие манипуляции, которые мы в следующей программе, надеюсь, с вами это все рассмотрим. А если мы будем ей помогать, там, возможно, водой холодной, чи чимось, как это? Ну, не рекомендуется обливать водой, на шатырь тоже запрещен. До сих пор я в спортклубах, когда провожу занятия, смотрю, что у них в спортклубах стоят баночки с нашатырем. Нашатырь вызывает, сбивает дыхание у взрослого человека, а у подлитков женок может зупинить дыхание. Это запрещено сейчас препарат. То есть все, что мы можем сделать, перевернуть человека на бок. На бок, вызвать скорую помощь правильно. Мы тоже об этом обучаем. То, что люди, даже вчера я проводил занятия, тоже люди говорят, теряется 0,3, 0,1, говорят и так далее. То есть мы проговариваем, какие службы спасения есть у нас. 0,103, 112, да, 101 или 102 можно в полицию позвонить, то же самое. Вот. Правильно вызвать, назвать место, сколько количество потерпелых, постраждалых, да. Вот. Кто вызывал, должен человек организовать эту... Встретить скорую помощь, кто максимально быстро, чтобы медики прибыли к этому человеку. И на бочку человека контролировать его состояние. Если человек дышит, пускай он лежит на бочку, дышит. Просто. Так, всі запам'ятали. Отже, ми відмовляємось від нашатирю і холодної води, тому що це часто от, бачимо на вулиці, як люди намагаються так привести людину до тями. Да, і бить по лицу, да, так, що, що... Це не допомагає. Треба перевернути людину на бік. Це може зрубити просто состояние. Конечно. Це може ми не навіть погіршити. Що случилось. Сердечний приступ, це може інсульт, інфаркт, тобто... Угу. Давайте тоді ми зробимо висновок з того, от, що ми почули. Отже, золота година у нас – це той час, за який ми можемо допомогти людині врятувати її, так? Можемо робити із будь-яких засобів, навіть із звичайного рюкзаку, саме жгут, який допоможе зупинити футболки. Для мене це дійсно з рюкзаком – це взагалі якийсь шок, тому що я не знала, що його можна так навіть застосувати. Ну, навіть не могла здогадатися. Але я думаю, якщо дійсно відточувати свої вміння, то можна дуже швидко допомогти людині. Ви проводите курси, як люди взагалі от, вже зараз реагують на те, як допомогти людині, чи швидко вони орієнтуються, чи все ж губляться? Я знаю такий є принцип Парето, да? 20 на 80, ми слышали такий принцип? Я розумію, якщо я провів, допустим, в цьому году заняття, міні-заняття, там, двухчасове заняття, около 5000 чоловік, то 1000 людей хоча б це зможе використати. Если в стрессовой ситуации. Вот. А остальные просто им
может быть, даже скорую помощь, если люди вызовут, это уже хорошо. Потому как люди у нас теряются, не знают, что делать и так далее. Мы это все проговариваем, мы пытаемся какие-то делать стресс, такие тесты мини, люди проверяют себя. Вот. Ну, очень позитивно, допустим, вчера я проводил занятия, детки от 3-4 лет подходят, и они тоже пытаются это сделать, а я знаю, в садиках Европы, допустим, тоже Испании, во Франции, то есть маленьких деток на игрушках, на мамах, в игровой форме обучают человеку указывать помощь. То есть, и это здорово. И люди, когда вырастают, они не боятся, просто пройди мимо, а подойду хотя бы, спрошу, что случилось, и правильно вызвать скорую помощь. Это уже достаточно будет для того, чтобы человека спасти. Вот. І це круто, що наші діти також вже в цьому починають розвиватися і цьому вчитися. І не тільки діти, навіть 70-літні вчора люди, тобто такі зрілі люди підходили і говорять, а як покачати, покажіть. І я говорю, ми теж хочемо це знати. В 70 років люди навіть є такі, які підходять і теж вчаться, як спасати людей. Чотирьохлітні дітки, п'ятилітні, 70-літні дітки, всім це цікаво. Тобто я стараюся донести правильно, тобто підказати. І не треба бути байдужим, і дійсно допомагати людям. Якщо бачите, що людині погано, краще підійдіть, запитайте, і потім вже вирішите, можливо, хтось із оточуючих все ж знає якісь правила і допоможе вам. Але обов'язково запитайте, щоб знати, що у людини сталося. Дякую вам за ці практичні вміння. Я думаю, що будемо зустрічатися в ефірах, розказувати далі про те, як надавати першу домедичну допомогу.